наше притупилось чувство, чувство опасности, опасности, да. Вот не повторить этого, не позволит притупиться чувство опасности. Но казалось вообще, что все это ушло, все это в прошлом. И что наступил тот самый... И что никогда это не повторится, да, больше. Что все, человечество и мир после такой страшной, кровавой, истребляющей народы войны больше не наступит на те же самые грабли. Ведь смотрите, как все обернулось. И что мы видим сегодня? Идет опять истребление. Идет опять, значит, передел мира. Я больше переживаю или, мне кажется, надо думать сегодня о том, чтобы не повторить по определенному периоду времени, да, значит, опять вот не вернуться к этому беспамятству, да, то есть не вернуться ко времени, когда нам придется опять, значит, восстанавливать и отстаивать свою историю.